покататься, по горкам покатаюсь. Вот по этим вот. Опа. Иртыш. И для наших усть-каменогорских барано-блогеров, немного туповатых, которые не могут найти вход в этот, как он, подъеб, я не помню, как он называется. Вот, оттуда первый поворот налево, еще раз налево, если с города, и оп, сюда вот, на горку. Вот он, собственно, вот она гора, а вот она дырка. Господи, как он называется? Тоннель, тоннель, мать его. Вот такой, понимаешь, штук. Тоннель, в принципе, был предназначен, наверное, вот для этих труб, чтобы не волочь их через гору. Так сказать, для облакетки. Вот такая фигня. О, мать его. Вот там. А там даже видно. Вон он там, свет горит. Ну, на эту камеру ни хрена не видно, конечно. Но я-то вижу. Да, блин. Ну, в принципе, можно залезть, но там сыро, там вон вода стоит. Ну, короче, вот такая фигня. Но здесь трешак, надо сказать, еще тот. Тут это не главное, достопримечательность, надо сказать, вот этот вот тоннель. А тут вот это вот трущобы. Блин, тут как-то народ одичалый какой-то. Не, ко мне-то они ничего никак. Ну, просто вот так, по наблюдениям я вижу. Что-то как-то, блин, мрачновато здесь. Что-то копают, какие-то перекопки тут у них. Вон там внизу, там что-то. Короче, такое диковатое тут место. Ну, вот это вот горка самая. Гора Казахстан или что там? Гора Казахстан, вон она. Вон он, тоннель. А вот здесь какие-то окопы. И тут их много. Я не могу, что-то вообще не пойму, что это такое. Тут ямы кругом. Может быть, когда-то это были, ну, типа погреба или чего. Летом-то тут все зарастет, ни хрена не увидишь. А отсюда у них вид неплохой. Вон там какие-то дома. Вон туалет. Вон он там, флаг видно на Казахстане. А тут видок такой. А с другой стороны, с моей квартиры тоже неплохой видок. Гора там, Казахстан, все. Но, честно говоря, ну, посмотрел я недельку-две, и все. На этом, собственно, интерес прекратился. Это как с моря. О, приехал на море. О, море, море. Ну и чё море? А потом ты на него уже не смотришь. Вот у них тут помойки какие-то вот, вот такие вот. Уже заросшие, блин. Живут, ничего. Не парятся. Так, ну вот еще один вид. Маленькое вниз спустился. Вот так вот. Ну, неплохо, да. Горки там, Иртыш. Все красиво. Ну, вот, вот тут домик, вот он. Ну, тут вообще какой-то трешак. Там, кажется, какой-то это маньяки, по-моему, живут, что ли. Вот так посмотришь, мать родная. Там что-то страшное творится во дворе. А может, и маньяки, хрен знает. А вон он, флаг. Короче, это промбаза, конечно. Вон дома, пятиэтажки. Это вот оконечные уже. Ну, какой-то трешак, блин, ей-богу. А вон там зона. Или не зона, не знаю. Ну, короче, что-то за колючей проволокой какая-то фигня. А мне туда куда-то надо. Короче, вот на эти горки, что ли. Ну, если я там заползу как-нибудь. Это гора Печи, кажется. Кажется. Я отсюда не могу понять. Наверное, это все-таки зона. Потому что вон там мужики военные рубят вот эти деревья. Что-то говорят про камеру какую-то. Ну, короче, чтобы камеры просматривались. Вот. Чтобы заросшего не было, короче, чтобы не свалили. Вот тут. Я вот, кстати, тут ни разу не был. Даже не знаю. Вот тут магазин «Удача». Обалдеть, он такой прикольный.
Вообще тут все какое-то такое, как будто я не в городе Усть-Каменогорске. Интересное место. А какие тут дружбаны-то, а? Прикольный дом, вон пятиэтажка. Половина дома разваленная стоит. Верхний этаж вообще развален. Ну, нижний так, еще живые. А половина дома, там живут люди. Ну, тут прикольно, конечно. Вон этот флаг, Казахстан. Что-то он коротенький стал маленько. И вот среди города ребята тут живут. Вот он, домик еще один. Ну, интересно тут, блин. Я вот в этом месте никогда не был. Вообще никогда. Первый раз. Сейчас куда-то туда, в ущелье. Заехал я на горку. Вон там внизу где-то. Ну, как на горку? Горка, вот она. Я, конечно, на эту не поеду. Хотя можно, я когда-то... Где-то у меня видео даже есть, как я на нее закорячился. Ну, с той стороны, на велике. Вот. Вот тут такой вот огрызочек деревухи. Прикольно. Тут у них детская площадка. Такая импровизированная. Ну, типа, более-менее даже. Правда, горку свалили зачем-то. А мусор, обалдеть. Все блестит от бутылок этих пакетов. Да. А мне куда-то вон туда, вон. Вот они, горки. Ох. Вот это что за лютый прикол? Непонятный. Доски прям белые. Пихта, что ли? Красиво. Вообще капец. Собачка что-то... Лохматый. Привет. Ух, где высоко я уже забрался. Я на привале. Короче, мне в то ущелье. Вон он там низ где-то. Довольно. А тут когда-то были своего рода, кто это был, дачный поселок. Но его теперь нету. Да. Вон там фундаменты одни остались. И деревья еще от них каких-то более-менее культурные. Скорее всего, они уже одичали, эти деревеньки, эти деревья-то. Вон он один остался. Последний из Магикан. В принципе, вот эти тоже были, но они уже переделаны под живые. Вот. А тут вот был поселок. Да. В 90-е годы приехали ребята откуда-то с юга, наверное, или откуда. Ну, отовсюду ехали, конечно. Ну и маленько тут покромсали этот поселок, поворовали. Хозяева уехали. В принципе, тут все побросали. Так что вот только вот так вот. Все растащили на кирпичи, это все. Но вон тот как-то держится. Нифига себе, там у него электричества походу нету. Не знаю, как он там живет. Не, ну, наверное, продали, конечно. Вот. А место прикольное. Хотя солнца тут нету. Вот оно сейчас есть. Блин, летом, считаю. Какой-то хрен он на горе там околачивается. Почти забрался до перевала, чуть-чуть осталось. Вон там внизу, ну тут не видно нифига, там где-то там. Вон там речка. Ай, где-то там, короче. Вон он, дом отшельника. Я спросил там у чувака, он говорит, какой-то Кирилл, что ли, живет. Нифига себе, блин. А там этот... Электричество у него, ну, такое. Сами знаете, какое. Это. На бензине. Вот у нас снежок тут лежит еще. Кстати, можно на лыжах покататься. Вон там большое вот. Прям ништяк на лыжах. Раньше я так делал.
зашибись, загораешь в труселях, лыжи одел и пошел фигачить по склону. А она большая, там метров сколько? Да фиг знает, метров 300. Ну, хватает. А вот тут какой-то артефакт валяется. Кто такой? Что это такое вот? Это кто такой вот вообще? Это вообще страшная какая-то штука. Кто такой? Ух. Домой на стенку такое. Прикольно. Не знаю, что за животное. Кто такой? Интересный какой-то череп, блин. Ой, блин, тут грязь какая-то. Вода течет. Вон там он типа, ну, с горы стекает. А вообще на этой горке, конечно, дубак, блин, конкретный. Вот это вот все. Красота, блин. Все. Вот он перевал. Лесок пошел. Вон там где-то дорога под горой. Я не знаю, она мне нужна, не нужна. Вот он, флаг. Сейчас, наверное, по этой дороге, что ли, поеду. Короче, облом. Это снег. Снег, мать его. Ну ладно бы снег. А там дальше я вижу, там вообще, то есть по дороге этот, вода стоит. Куда-то лезть сбоку не получится. Ну тут. Ну может. Не, не хрен. О, что тут? Туда тут вообще никак. Тут акация просто вот заросло. Напрочь все. Да, не получится. Ну ладно, чё. Вообще я хотел такой обзорчик сделать. Обзорчик своей детской игрушки, можно сказать. Так как в городе, ну, не сильно поймут. Вот, я хотел, так сказать, уединиться. Куда-нибудь. Ну, куда-нибудь подальше. Ну и потом я кое-что забыл для этой игрушки. Короче, обзор потом будет. А сейчас пока вот такая покатуха небольшая. Ну, я хотя бы на разведку съездил. Понял, что ну нифига тут, блин, ну что, все. Все-таки тут более-менее на горах. Внизу-то у нас там лето. А здесь как бы зима. Ну, не то, чтобы зима, но все-таки. А вообще тут местечки красивые. Сосенки такие. Нифиговые растут. О, место нормальное такое. О, прелесть. Прелестно просто. Да. Но тут как бы холодновато, конечно, отдыхать, потому что тут снег. От снега дубак такой маленько веет. Горы. А вот эти цветочки, блин, мать их. Вот они. О! Кто такие? Даже вот расцвел какой-то. Нормально так. А их тут дофига. Это не помню, Марьин корень, что ли? Или кто? Обалдеть. Ну, сосенки красиво, конечно, смотрятся. Ха. Ну, в общем, я не знаю, такая вот покатуха. Маленькая, небольшая покатуха. Неудавшийся обзор, так сказать.
детской игрушки. Можно сказать, я ее у мамульки, так сказать, нашел. Да не нашел, я знал, что она там есть. Куда тут идти-то, блин? Не, сюда, что ли? О. Потом, в другой раз, что ли? Да и как бы сегодня ветер такой, как бы ветер ветряной, прям скажем, ну, не очень. Комфортно. Вроде и солнышко какое-то светит там, но ветерок. Некомфортно. Хотя места, конечно, красивые тут. Что говорить-то? В общем, ладно, пацаны. Вот, залез я на это маисте. Я не знаю, что-то обратно-то мне неохота по этой дороге ходить. Что бы такое вот... Как мне... Ну, как-нибудь найду, до дома доеду. Ну, а пока мы прощаемся. Вот такая маленькая поездка. Маленько неудачная. Ну, тоже пойдет.